Касперский согласился раскрыть исходный программный код властям США. Глава лаборатории Евгений Касперский заявил, что готов сделать это для властей Америки. Решение принято ради того, чтобы развеять подозрения относительно деятельности компании. Касперский сообщил также, что готов выступить в Конгрессе и лично доказать, что в действиях его компании нет ничего злонамеренного. Руководитель международной корпорации отметил, что вся деятельность его фирмы направлена лишь на обеспечение кибербезопасности. Он подчеркнул, что власти других стран, но не России, пытались подтолкнуть его к хакерской деятельности. Напомню, 29 июня в Конгрессе предложили запретить использование Министерством обороны программной продукции, выпускаемой лабораторией Касперского. По уверению американского канала NBC, некоторые официальные лица в США считают, что Касперский связан с российской разведкой. Касперский сам рассказал, что в его компании работают бывшие сотрудники российской разведки, заняты они в отделе продаж, так как имеют связи с властями. Но отдельный сотрудник не может подчинить технологический процесс своим интересам. Это невозможно из-за структуры внутренней сети лаборатории.